Всем привет! С вами Вольфрам, первый ярославский видеоблогер. Сегодня у нас такая тема. Очень меня интересует такой вопрос. Значит, есть помпа, и хотелось бы, было такое желание приобрести 150 метров рукавов. Рядом Волга находится, там вон виднеется, как пароходы ходят. И прокачает ли эта помпа 150 метров? 150 метров, а там к тому же еще подъем, наверное, метров 6. Интересуют именно такие варианты ответов, что кто-то действительно, возможно, к такой помпе или к другой подключал метров 100 этих рукавов и прокачивал воду, и как она, эта помпа, себя вела, прокачает она или нет, или может она метров 20 всего лишь прокачивает, и все, и дальше уже мощности не хватает, и это невозможно, а не то, что там кто-то где-то что-то почитал, кто-то еще где-то что-то у кого-то спросил. И все, вот типа нельзя, и все, этой помпой 150 метров прокачать. Просто такая вот какая-то даже мечта, не то что мечта, такое желание есть. С Волги и вот сюда воду, вон в пруд качать, еще куда-нибудь для полива. И уже заранее хочется знать результат, не покупая 150 метров этих рукавов. И еще заборный шланг надо, этот шланг, наверное, скорее всего шланг называется, да, покупать будет. Вот такое вот коротенькое видео. А с вами был Вольфрам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. И дальше будет интересней. Все. Потом я уберу.